Ребятки, всем доброе утро. Сегодня у нас пятница, я иду на завод. На улице уже заметно светлеет. В общем, передаю привет всем городам, которые мне оставляли, получается, в комментариях. Вы их видите, огромное количество комментариев. Спасибо вам огромное. Идея с передать привет именно городам была, потому что хочу вам объяснить то, что меня смотрят с разных стран, с разных городов, и не имеет значения, откуда вы все равно будете попадать ко мне в выпуски. Вот, также продолжайте передавать приветы с разных городов, с удовольствием буду вас отмечать. Вот, независимо от страны, где вы живете, я все равно всех очень люблю. Спасибо вам за ваш актив и поддержку. Сейчас уже буду идти на секонд-хенд, посмотрим, чем нас порадует. Взял такие трейнерсы, сейчас они уже не выпускаются, интересная моделька, почищу их, выходит 60 гривен всего, тут подшить надо будет немножко, мне будут вообще сказочные. И вот такую джинсовку от Levi's, классная, стильная. Вот, сейчас будем оплачивать, интересно, сколько все выйдет. Так, а обувь во сколько? 60. 60 и 150, 200. Обувь это 60, это откуда? Это со стола, это со стола. 210. За 200? 210. Не могу. Не можете? Не могу. Надо Сива, знаешь, он тебе все объяснил? Так, ну хорошо, давайте 210. Сейчас 200. Нет. И 20 сейчас дам. Вот так вот. А 10 вы не найдете, да? Могу 500? Нет. Я же говорю, не подходит вам такое. Пожалуйста, нет. Сейчас вот вышел секонд-хенда. В общем, какой-то вообще трындец, перенесли время открытия на 8.30, успел забежать только на один секонд-хенд, но благо, что он порадовал меня интересными вещами. Вот, сейчас еще, чтобы не терять время, пойдем на раскладушки, потому что на другие секонд-хенды я сегодня, к сожалению, не успею. Вот, посмотрим, что там на раскладушках, если чем-нибудь порадует, с удовольствием вам покажу. Вот, также следите за моими влогами, довольно-таки интересно, я думаю, их смотреть, потому что собирают хорошие просмотры. Сейчас уже бегу с универа. В общем, приду домой, покажу вам все уловы, которые я набрал. Удалось сегодня перекупить у человека классное поло. Такая приколюха, монограммная, думаю, уже покажу более детально. Ребят, ну что, наконец-то я пришел домой, готов вам показывать свои уловы, их довольно-таки много, также много вещей поперекупал, так что смотрите видео до конца, если кого-то что-то заинтересует, можете писать и спрашивать. Первое, что хочу вам показать, начнем, наверное, с вами с обуви. Вот такие вот педали LaTrainers'ы взял. Сегодня, получается, вышли мне всего в 60 гривен. Довольно-таки интересная и красивая пара. Насколько я знаю, что они сейчас уже не выпускаются. Довольно-таки редкие и красивые. Размер у них 44. Надо будет тут немножко подшить. Почищу красиво замшу, выпрямлю и будут вообще как новые.
Буду ждать вас на обновлении по кроссовкам. Так, будем смотреть с вами дальше. Удалось мне сегодня перекупить у человека вот такое вот поло монограммное от Ralph. Офигенское. Вот такое вот, как коней очень много, то есть как монограммный принт идет. Спереди, сзади, на рукавах везде. Размер идет SM, то есть примерно на меня. Я его оставляю себе, так как раньше у меня в других патрулях не удалось взять, получается, вот такие вот штаны монограммные от Ralph. И я думаю, что в комплекте вместе они будут выглядеть просто офигенно, красиво, как раз на весну то, что надо будет, потому что на улице уже теплеет, и скоро будем уже переодеваться в более какие легкие как бы варианты одежды. Далее, на раскладушечках мне удалось взять вот такую вот футболку от Tommy Hilfiger. Постираю ее, да, базовой, но всего вышло в 15 гривен. Поло, кстати, я перекупил всего за 200. В общем, вот такая футболочка, маленькое лого, постираю и сразу же отправлю своему скупщику. Не хочу особо с ней париться. Вот, базовая классная вещица. Вот, дальше, вещи, которые мне удалось поперекупать. Это лонг от Weekend Offender. Размер идет S-очка, вот такой вот логотипчик маленький, вышитый. Плюс в том, что он не будет трескаться, потому что это у них постоянная беда, что логотипы, которые напринтованы вот здесь, они постоянно-постоянно сыпятся. Получается, бирочка. Нижние бирки также быстро выстирываются, если вещь долго стирается. Вот, она в идеале, то есть считайте, что кофта вообще новая. Так, смотрим дальше. Long sleeve от Ralph. Weekend вышел в 120 гривен. Long sleeve от Ralph, размер L-очка, красный конь, синий, также отправляется моему скупщику. Базовая вещица, которую он с удовольствием заберет. Далее, следующий long sleeve, это тоже у меня идет Ralph Lauren. Серый вот такой вот цвет, серый конь темный, размер L-очка. Тоже отправляется моему скупщику. Он очень и очень любит вот такие базовые вещи. Кстати, много людей писали, что слей скупщика. К сожалению, я скупщика на такие вещи не сливаю. Потому что, ну, мне в принципе нет смысла. Так, и последняя вещь, которую мне удалось взять, это вот такая ядерная джинсовка от Levi's. Получается, вот такой вот, как интересный, нежно-голубой, даже синий ближе цвет. Маленькая пасхалочка вот здесь, вот без утепления, по бирке размер L. Интересный такой вот крой, благо, что она мужская, потому что сейчас выпадают от джинсовки от Levi's, но они в основном все женские идут. Вот. Но это оказалась мужская, и я был очень и очень рад тому, что она мне попалась. На весну пойдет самое то, скоро буду выкладывать для вас интересное обновление. Также все вещи, которые вы сейчас видите, вы можете найти у меня в магазине, ссылка будет в описании, либо же вот подсказка сверху, можете сами найти. Вот, сейчас буду подводить итоги по сумме, сколько же я потратил и сколько же я хочу заработать. Так получается, что за все эти вещи я отдал примерно 750 гривен. В планах с них заработать примерно 200-220 тысяч гривен. В общем, на этом все. Всем спасибо огромное за просмотр данного видеоролика. Не забывайте прожимать лайк, поддерживать меня подпиской. Канал у меня очень и очень хорошо растет и развивается именно благодаря тебе, мой любимый зритель. На этом буду с тобой прощаться. До новых встреч. Пока.